предоставить прокуратуре за ТО «Саров» жилье в аренду на безвозмездной основе. Такое обращение поступило в администрацию «Сарова» от областной прокуратуры. Фонд жилья для коммерческого использования был сформирован в июне. В него вошли бывшие пятикомнатные квартиры маневренного фонда и жилые частично благоустроенные помещения на привокзальной улице. Вопрос депутаты рассмотрели на думской сессии. Такая же практика предусмотрена на территории города Нижнего Новгорода. И рассмотрев это обращение, мы предлагаем внести изменения в действующие положения, в том числе предусмотреть предоставление юридическим лицам данных жилых помещений на условиях аренды. То есть будет предоставляться как физическим лицам, так и юридическим лицам и организациям. Предложение народные избранники поддержали. Еще один вопрос на Думе подняли вне повестки. Он касался изменения полномочий председателя городской думы. Так Антон Ульянов написал заявление о смене основы работы с постоянной на непостоянную. Это связано с тем, что на сегодняшний день я не могу совмещать работу на освобожденной основе на двух позициях. На текущий момент передо мной поставлена такая серьезная задача возглавить пока в качестве исполняющего обязанности профсоюзную организацию Российского федерального ядерного центра. И мое заявление связано именно с этим. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».